Золотая осень на Пульс Радио. В МРИЭЛ подходит к завершению кампанию по уплате имущественных налогов за 2013 год. Напомню, что не позднее 1 ноября необходимо уплатить налог на имущество, не позднее 5 числа транспортный налог. Земельный налог оплачивается в сроки, установленные в муниципальном образовании, на территории которого находится земельный участок. Как правило, они совпадают с одной из этих дат. По данным налоговой службы республики, к середине октября жители МРИЭЛ оплатили примерно половину от общей суммы имущественных налогов. Последний из серии дней открытых дверей в налоговых инспекциях состоится уже в эту субботу, 25 октября. У тех, кто является собственником земельных участков, квартир, домов и автомобилей, есть шанс узнать все подробности о системе начисления и уведомления об оплате имущественных налогов. Основная проблема, которую налоговики даже, кажется, стесняются обозначить – недостаточное оповещение налогоплательщиков. Многие лиц собственников квартир, машин и земельных наделов могут вспомнить, когда находили в почтовом ящике письмо счастья с перечислением сумм, которые следует уплатить до начала ноября. Дело, конечно же, не только в вечно закрытых дверях подъездов. Вероятно, таким образом у собственников формируется иная степень ответственности. В конце концов, дата завершения кампании по уплате налогов ежегодно не меняется, а обладание собственностью – это все же какая-никакая, а ответственность. Тем более, что за несвоевременную уплату начисляются штрафы. Самые последние данные свидетельствуют, половина жителей республики налоги заплатила. На сегодняшний день далеко не все плательщики исполнили свою обязанность по уплате имущественных налогов. По состоянию на 10 октября поступления от транспортного налога по республике составили 42% от начисленной суммы, по земельному налогу 54%. По налогу на имущество физических лиц 46%. Тем не менее, остальную половину жителей МРИЭЛ вопросы налогообложения продолжают волновать. За разъяснениями они то и дело обращаются к налоговикам. Основные вопросы, с которыми обращаются налогоплательщики в инспекцию, это порядок исчисления налога на имущество, транспортного налога, это ставки налогов в данном конкретном муниципальном образовании, какие льготы предусмотрены по конкретным налогам, а также обращаются плательщики у нас по получению уведомления на уплату имущественных налогов. Неплохая возможность окончательно решить вопросы с налогами предоставляется жителям республики на этой неделе. В субботу, 25 октября, очередной день открытых дверей. Все налоговые инспекции МРИЭЛ будут работать с 9 до 18 часов. В рамках мероприятия каждый может узнать подробнее об исчислении налогов имущественных, а также о льготах и ставках налогов. Хотелось бы пригласить всех налогоплательщиков, кто не получил налоговое уведомление на уплату налогов, а также у кого-то, если у кого-то какие-то остались вопросы. Причем именно октябрьский, проводимый перед завершением кампании по уплате имущественных налогов, день открытых дверей имеет особое значение для представителей налоговой службы. В этом году у нас проходит день открытых дверей. В сентябре прошел у нас день открытых дверей. И 25 октября, так как данные дни разбиты на два раза. Октябрьский, как показывает практика, телефонных звонков много, именно в октябре поступает. И думаем, что в октябре у нас плательщики задумались уже над уплатой налогов, так как сроки у нас приближаются уплаты. И поэтому на октябрьские дни, я думаю, что придет у нас больше налогоплательщиков с вопросами. Естественно, что результатом общения с налогоплательщиками станет значительное увеличение поступления имущественных налогов, убеждены представители инспекций. По их мнению, жителям республики из числа собственников, не успевших заплатить налоги, следует лишь чаще напоминать о крайней дате и возможных санкциях. На начало ноября приходят сроки уплаты имущественных налогов. Транспортный налог необходимо заплатить не позднее 5 ноября. Налог на имущество не позднее 1 ноября. Земельный налог по срокам, установленным в конкретном муниципальном образовании, на территории которого находится земельный участок. Напоминаем, что несвоевременная уплата налогов грозит должникам мерами ответственности от начисления пеней за каждый день просрочки до ареста имущества, а также ограничения выезда за пределы Российской Федерации. Новая осень на Блиц-ФМ.